Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Егорка, и, как вы видите, я построил джип. Сейчас я вам покажу, из чего он состоит, какие вещи. Во-первых, у него есть шины, кабина, труба для выхлопных газов и, конечно же, фары, номер на 125. И вместо стекла я использовал вот такие штучки. Да. Сейчас я вам покажу. А, еще вместо дверей я поставил вот такие круглые ромбики. И 1х2 кубики. И сейчас я вам покажу, из чего состоит модель бронированного джипа. Вот. В этом комплекте есть броня, которая одевается на капот. Или не на капот, на капот. Вот. Это мигалка. Ну, у каждой лица есть мигалка. Есть подушки для безопасности. И такая сеточка. Не знаю. Я сделал так. Просто. Для декорации. Вот. Вот. Джип. Одеваем вот такую штучку. У нас получается броня. Вот. Вот она. Она ломается мне, потому что. Почему-то. Вот. Это броня. Вот она броня. Одеваем мигалку. Подушечки. Подушечки. И запасная сеточка, про которую вам говорил. Мы ее ложим туда. Сам автомобиль, сам джип. Вот, как видите, джип достаточно построился очень легко. Ну, для меня он построился очень легко. А тут еще есть на крыше значок, который я использовал из Лего Ниндзяго. Как вы помните, это знак скелетов. Вот. И кому понравилось это видео, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И с вами был Егор. И всем пока.